знаете то, что когда-то давно я был совсем другим, не как сейчас. У меня была очень бурная жизнь, было как-то все на грани, да. Ночи, девчонки, все это было дискотечная такая, клубная жизнь, да. Я не понимал, что я делал, но я думал, что так стоит жить, так надо жить. Hi everyone, my name is Alina Babaeva, I'm 16 years old, and I wanted to tell you my story. The story of when I first came here, it was in April this year, and when I first came here, I realized that there are a lot of cute guys, really good guys, because when I came here, I didn't know a lot of things about reproductive health, and when I came here, I knew about all of it, and all guys helped me with this. Здравствуйте, меня зовут Давид, мне 16 лет. Я являюсь волонтером Вайтвира уже на протяжении года. В прошлом году меня друзья позвали в этот молодежный центр. Они говорили то, что здесь интересно. Я сначала не верил, но когда пришел, мне действительно это понравилось. Я являюсь тренером сети Вапир, эту организацию уважает весь мир, ведь она помогает лучше людям жить хорошо и ни о чем не тужить. Организация дает нам информацию, помогает всем, несмотря на нацию. Я стал волонтером, помогать буду народу. Молодежный центр работает, несмотря на погоду, пусть будет жара или сильный мороз. Я в молодежный центр пришел всерьез, я хотел узнать о вредных привычках, чтобы не попробовать в жизни их обычной, я все узнал, и я стал волонтером. Спасибо большое нашим тренерам. Все готовы? Все, все теперь рады. Молодежь в центре! Все найдешь ответы. Молодежь в центре! Все все объяснят. Молодежь в центре! Еще раз дружно повтори. Молодежь в центре! Все, все теперь рады. Молодежь в центре! Все найдешь ответы. Молодежь в центре! Все объяснят. Молодежь в центре! Еще раз нужно повторить. Молодежь!